Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители фехтования. Здравствуй, Анна Башта, которая нам только что вам всем помахала. Мы начинаем нашу заключительную трансляцию из Сочи с федерального спортивно-тренировочного комплекса «Югспорт», где в последний день турнира будут разыграны медали в соревнованиях у юношей и у девушек по сабле в командном первенстве. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию поединок за третье место в турнире саблисток, в котором встречаются сборные Новосибирской области и команда Санкт-Петербурга. На дорожке София Позднякова, представительница Новосибирской области, а за команду Санкт-Петербурга выступает Александра Калмыкова. Вот вы видите, пока что счет равный, 1-1. Слева атака, справа контратака. И Валерьян Феоктистов, арбитр этой встречи. Готово. Ну, тут буквально с места в карьер. Стоп. Слева атака, направо. Вышли в эфир. Бой. Готово. Ну, 3-1 сборная Новосибирской области выходит вперед. И надо сказать... Наверное, у этой команды будет сегодня преимущество. Преимущество заключается в том, что вы видели в начале нашего репортажа, что даже не переоделась Анна Башта. Наверное, ее можно назвать лидером сборной Санкт-Петербурга. Она была чемпионкой мира среди юниоров в командном первенстве. В прошлом году выиграла Всемирную универсиаду. И поэтому, конечно, именно она должна была бы быть главной ударной силой, но что-то небольшая травма у нее. И она, видите, даже не раздевалась на этот бой. Таким образом, питерские саблистки остались без своего лидера. Ну и поэтому, наверное, у сибирячек должно быть преимущество. Но, с другой стороны, командный турнир есть командный турнир. Может случиться всякое, потому что каждый поединок идет до 5 ударов. И вот видите, пока что София Позднякова, один из лидеров нашего всероссийского рейтинга. Пока на равных всего лишь она с Александрой Калмыковой, а Александра Калмыкова находится только на 22-м месте в рейтинге. Но, тем не менее, пока счет 3-3. Вот вы видите, Аня Башта помогает Александре Калмыковой справиться с волосами. То есть, как видите, Анна все равно участвует хотя бы таким образом в этом поединке. Обоюдные атаки снова. Валериан Феоктистов присуждает. Напомню, что в командном первенстве каждый бой идет до 5-го удара. Ну, мы по сабле не будем говорить о времени, потому что все поединки заканчиваются гораздо раньше отведенных 3 минут. Ну и вот на финише София Позднякова все-таки смогла нанести 2 удара подряд. И со счетом 5-3 она выиграла эту встречу. И на дорожку выходит Анастасия Басалаева за команду Новосибирской области и Дарья Абашева, представительница сборной Санкт-Петербурга. Обе эти спортсменки неплохо выступили вчера в личном первенстве. Анастасия Басалаева дошла до четвертьфинала, а Дарья Абашева вообще вошла в число призеров, выиграла бронзовую медаль, уступив в полуфинале. Бой. Готово? Чай. Бой. Готово? Чай. Право так и сделал контр. Бой. Готово? Начали. И вот продолжается поединок. Атак из Деферсус направо. Ох, видите, как Валериан Феоктистов каждую фразу обсуждает. 6-4 впереди сборной Новосибирской области, он рассказал. Но вот и Дарья Абашева. Не зря она выиграла бронзовую медаль. Вы знаете, Дарья не очень уверенно выступала в этом сезоне в других поединках. В других турнирах она не была даже в восьмерке сильнейших. Но вот сейчас выиграла бронзовую медаль и, наверное, не зря. Уверенно, вы видите, сейчас она сравнивает счет. Становится счет 6-6. А это означает, что в поединке с Анастасией Басалаевой
она впереди. Последний выход справа. Кто еще выступает за сборную Санкт-Петербурга? Ну, как я уже сказал, это Анна Башта, вот, которая занимает второе место во всероссийском рейтинге. Вчера, правда, она осталась без медали, фехтовала в восьмерке сильнейших. Вот, но тоже участвует в команде, переживает, помогает своим спортсменкам. Стоп, слева атака направо. Наталью Абашеву и Александру Калмыкову мы уже представили. И еще одна спортсменка из сборной Санкт-Петербурга – это Юлия Головина. Стоп, контратака, удар направо. Ну, она выйдет на дорожку в следующем бою. Готово. Во всероссийском рейтинге питерские спортсменки находятся рядом, вот за исключением Ани Башты, но, как я сказал, она как раз-то не выйдет сейчас на дорожку. Дарья Абашева 10-я, Юлия Головина 16-я, Александра Калмыкова 22-я. Видите, с таким разрывом в 6 мест они находятся. Ну, сибирячек, лидер, безусловно, конечно, это София Близнякова и Полина Стадничук. Две спортсменки, которые борется за попадание в сборную команду России на этапы Кубка мира. Точнее, на этапы Кубка мира-то они попали, а на первенство мира и Европы среди юниоров и кадетов. София Позднякова занимает 4-е место, а Полина Стадничук 5-е сейчас во всероссийском рейтинге. Ну, также за сборную Санкт-Петербурга выступают, как вы видите, Анастасия Басалаева, которая переломила все-таки ход встречи. 6-8 она проигрывала Дарье Абашевой, но сейчас Юлия Головина представляет КШВСМ и кор номер один. Ее тренеры Наталья Александровна Дьяченко и Алексей Михайлович Игнашев. Ну, в этом сезоне она так выступает довольно ровно, но без каких-то всплесков. Вот интересно, последние турниры, в которых она участвовала, всероссийские соревнования «Озеро круглым», 22-е место и 23-е место на этапе европейского кадетского цикла. Ой, простите, на турнире в Мюнхене, Германии. Не кадетского, конечно, цикла, а Юлии Головиной в этом году 20 лет исполнится. На этапе цикла Ю-23, то есть до 23 лет она выступала, заняла 24-е место, и на первенстве России вчера тоже 23-е. Ну, занимает 16-е место. Ну, ее соперница Полина Стадничук, фехтовальщица, ну, если так можно сказать, опытная. Ей тоже в этом году исполнится 20 лет. Ну, в этом сезоне она была третьей на всероссийских спортивных соревнованиях, второе место заняла на мастерском турнире в Новосибирске. Ну, и в восьмерку сильнейших еще неоднократно входила, в том числе и на этом первенстве. Дошла до четвертьфинала вчера. Бой. Готовы. Начали. Ну, тем не менее, Юлия Головина, смотрите, 4 удара подряд нанесла и 5-й удар наносит. Вот это да. Видите, петербурженки настроены очень серьезно, даже без Анны Башты. Бой. Готовы. Начали. Вот сейчас защиту ответ пыталась сделать Полина Стадничук, и вот наконец-то у нее получилось это. 14-11, первый удар она нанесла в этом бою. Вот. Еще один удар наносит Стадничук. Полина занимает 5-е место, как я уже сказал, во всероссийском рейтинге. И поэтому
Она сейчас еще будет выступать на этапах Кубка мира, как, собственно, и другие спортсменки. Предстоит этап Кубка мира ему во Франции, в городе Дурдан. Менее чем через неделю, уже 23 января. И 13 февраля в Удине, в Италии. И после этого будет назван состав сборной России для выступления на первенствах Европы и мира. Ну, а мы запишем, что Юлия Головина нанесла 6 ударов. А сейчас на дорожку выходит Александра Калмыкова и Анастасия Басалаева. При счете 15-12 в пользу сборной команды Санкт-Петербурга. Ну, пока видите, атаки обоюдные. В рейтинге эти спортсменки находятся на следующих позициях. Анастасия Басалаева 12-я, Александра Калмыкова 22-я. Ну, причем Александра Калмыкова, ей исполнится только 17 лет 19 февраля, поэтому Александра Калмыкова еще выступит и по кадетам. И, наверное, прямо здесь, в этом же зале, где с 27 января по 4 февраля пройдет первенство России среди кадетов. И тоже этот турнир будет освещаться телеканалом Русфенсинг ТВ. Трансляции будут организованы Федерацией фехтования России и компанией ТСМ. Ну вот посмотрите, как уходят вперед петербурженки-то. 18-13 уже счет в их пользу. Ну вот сейчас без всяких вопросов Анастасия Басалаева добивается желаемого, а именно наносит удар. Сейчас становится 18-14. Ну, сейчас атаки обоюдные. Вчера прошли личные соревнования у юношей и у девушек. И надо сказать, что завершились они, в общем-то, очень и очень неожиданно. Дело в том, что именно в этом виде оружия, в сабле, у нас есть немало спортсменов, немало фехтовальщиков довольно высокого уровня, которые занимают первые места и призовые места на этапах юниорского Кубка мира. Однако вчера побед добились спортсмены, которые тоже, видимо, обладают очень хорошим уровнем мастерства, но в этом сезоне его не очень-то демонстрировали. В соревнованиях у юношей победы добился петербуржец Кирилл Ефимов, который занимал перед этим только 10 место во всероссийском рейтинге. А у девушек лучше стала Анастасия Баженова, которая даже была за пределами первой десятки, 11-й. Ну, вот, кроме того, успех Дарьи Абашевой тоже был в определенной степени сюрпризом, потому что Дарья тоже не входила даже в первую десятку. Выиграла бронзовую медаль. Ну, а здесь у нас 5-2 выиграла Калмыкова у Басалаевой. И со счетом уже 20-14 впереди сборная Санкт-Петербурга. Надо сказать, что турнир у девушек, у саблисток, он достаточно скоротечен. Дело в том, что всего 5 команд заявилось, и поэтому в четвертьфинале был всего один поединок. Петербурженки выиграли у сборной Московской области со счетом 45-33. И вышли в полуфинал. Но в полуфинале вторая сборная Москвы добилась убедительной победы над командой Санкт-Петербурга 45-28. А в другом полуфинале первая сборная Москвы выиграла в упорной борьбе сборной Новосибирской области 45-43. Поэтому в финале у нас встретятся первая и вторая. Первая и вторая московские команды. Ну а вот поединок за третье место вы видите. На дорожке Юлия Головина и София Позднякова, и Юлия Головина открывает счет именно в этом бою, наносит удар своей сопернице. Но вот сейчас прекрасная атака со стороны Софии Поздняковой. 21-15.
21-15 по-прежнему. Обоюдные атаки сейчас Валериан Феоктистов определил. Стоп. Справа в атаке нет. Контратака слева. Удар направо. Ну, вот сейчас София Позднякова в контратаке наносит еще один удар. 21-16. Сокращает немножко разрыв в счете. Готово. Надо, конечно, петербурженкам выстоять. Стоп. Вот эти вот бои будут очень сложные, потому что София Позднякова, в следующем бою Полина Стадничук. Вот эти два боя, у которых наиболее реальные шансы у сборной команды Новосибирской области внести перелом в ход этой встречи. И вот сейчас 22-17. Пока что Юлия Головина держится, да, уступает, но всего один удар, 2-3. Сохраняет лидерство питерской команды. Ну вот сейчас снова София Позднякова безупречна. 22-18. В этом году София выиграла этап Кубка мира в Дармагене. В Дармагене, Германия. Юниорского Кубка мира, разумеется, была несколько раз в восьмерке сильнейших. В том числе она вошла в четвертьфинал на взрослом Кубке России в Смоленске. Это все очень такие весомые результаты. Ну, во всероссийском рейтинге она сейчас четвертая. Какое вообще положение в рейтинге? Уверенно занимают два первых места москвичка Ольга Никитина и петербурженка Анна Башта. У Никитиной 159 очков, у Башта 132. А вот дальше, что называется, возможно, варианты. Третье-четвертое места почти рядышком находится Светлана Шевелева, москвичка. У нее 94 очка. И вот как раз София Позднякова. У нее 90 очков ровно. Поэтому вот этой четверке, конечно, предпочтительнее шансы попасть на первенство Европы. Ну, а потом три человека поедут на первенство мира. А вот могут им составить конкуренцию еще Полина Стадничук, еще одна фехтовальщица из сборной Новосибирской области. Но тем временем счет стал 25-19. Видите, Юлия Головина свою задачу выполнила на все 100%. Сохранила разрыв в 6 ударов. Не смогла София Позднякова приблизится ни на йоту к ней. Ну и вот встреча Полины Стадничук и Дарьи Абашевой. Ну, при удачном стечении обстоятельств, наверное, могут включиться в борьбу за места в сборной Полина Стадничук, у которой 67 очков. Ну, я бы назвал Анастасию Баженову, которая вчера выиграла первенство страны и разом поднялась на 6-е место. Но Анастасия Баженова уже не поедет во Францию, потому что состав команды на этап Кубка мира во Францию был определен заранее. И Анастасия Баженова, будучи за пределами первой десятки всероссийского рейтинга, в него не попала. Поэтому набрать очков на французском этапе Кубка мира она не сможет по определению. Может быть, конечно, если она поедет в Италию, в Удино, и там блестяще выступит, сможет зацепиться за сбор. Но это уже такие теоретические расклады. У нее 65 очков, 63 у еще одной москвички Екатерины Костиной, 59 у Анастасии Кочетовой, Московская область. Ну и 51 у Евгении Подпасковой, Москва. Ну, у этих спортсменов, как я говорю, уже, в общем-то, лишь теоретические шансы на попадание в сборную страны. Но они есть. Не зря же говорят, что пока ты не получил 15-й укол или удар, ты не проиграл. Пока ты не нанес 15-й укол или удар, ты не выиграл. Так и здесь. Пока тренеры не объявили состав, шанс остается. 27-19 счет. И Полина Стадничук пока что проиграла. Проигрывает Дарья Абашева со счетом 0-2. Ну вот сейчас зажигает один фонарь. Сокращает разрыв в счете, но все равно 20-27. А в атаке Абашева 28-20. Да, петербурженки так по ударчику, но выходят вперед. Но, тем не менее, потеряно еще далеко не все. 28-21 в пользу сборной Санкт-Петербурга. И вот снова Дарья Абашева атакует, но удар в контратаке наносит Полина Стадничук. 22-28 снова разрыв достигает 6 ударов.
Ну вот сейчас арбитр решил посмотреть видеоповтор. Справа атака на левого. И присуждает удар Дарьи Абашевой. Значит. Так, левая атака на правого. Ну, Полина Стадничук возвращает статус КТВО 23-29. Посмотрите. Готово. Чай. Снова разрыв в 6. Справа атака, слева контратака. Ударов был, но нет. 5-4 в этой встрече оказалось сильнее Дарья Абашева. И счет стал 30-23. Последний круг начинается. Начинается он встреча Анастасии Балсалаевой и Юлии Головиной. Видите, сабля — такой вид оружия очень быстрый, скоростной. И хотя по расписанию отведено времени час на поединок за третье место, час на финал у юношей и еще час на финал у девушек, ну не знаю, может быть, будут внесены какие-то изменения в расписание. Ну, это дело оргкомитета, наше дело, мое дело комментировать, ваше дело смотреть. За интересным боем между сборными командами Новосибирской области и Санкт-Петербурга. 30-23, петербурженки впереди. И Юлия Головина во встрече с Анастасией Басалаевой наносит удар. 31-23, 8 ударов снова. Петербурженки уходят вперед. 32-23, 9 уже удар. Вчера прошло много различных соревнований, помимо того, что были разыграны медали в личном первенстве по сабле и у юношей, и у девушек. Здесь у нас в Сочи прошли этапы Кубка мира среди взрослых, Кубка мира среди юниоров. Алена Комарова, шпажистка наша, которую вы здесь видели в наших трансляциях, она выиграла серебряную медаль. Она в Дижоне во Франции на этапе Кубка мира юниорского завоевала бронзу. В восьмерке сильнейших на этом турнире оказалась Дарья Филина. Шпажисты, юноши выступали в Базеле, но выступили неудачно. Не в личном первенстве они не были в числе лидеров. Ну и в командном оказались только десятыми. Но, правда, одержали победу над командой Франции. В одной из встреч турнира за 9-16 места выиграли у французов 45-39. Ну, в общем-то, сборная Франции по шпаге — это в любом возрасте очень сильная команда, поэтому давайте тоже находить хорошее. Я думаю, что победа эта должна придать нашим ребятам уверенности. Ну, надеюсь, что главным турниром сезона наши шпажисты подойдут в лучших своих кондициях. Как они выступят, это уже другой вопрос, но главное, чтобы они были готовы отдать все, что могут, и находились в достаточно хорошем физическом и психологическом состоянии, чтобы сделать это. У нас здесь 33-26 сейчас Анастасия Басалаева нанесла удар, по крайней мере, так. Такое решение принял арбитр этой встречи, но сейчас после просмотра видеоповтора, нет. Удар присуждается команде Санкт-Петербурга. И со счетом 34-25 уже петербурженки впереди. Но вот Анастасия Басалаева сейчас наносит этот удар. 26-й. Седьмой бой идет до 35-го удара. Продолжается этот поединок. Обоюдные атаки. Соревнования кадетов пройдут здесь с 27 января по 3 февраля. Первые три дня будут соревноваться раперисты. Юноши в личном первенстве 27 января, девушки 28, а командные соревнования пройдут 29. Шпажисты
Их сменят 30 и 31 января. Будут личные соревнования, соответственно, у юношей и у девушек. 1 февраля командные соревнования, как у юношей, так и у девушек. Ну и, наконец, закроют соревнования саблисты 2 февраля турниром личным, ну а 3 командным. Ну, у нас здесь 34-28 счет. Петербурженки 34-29, петербурженки впереди, но Анастасии Басалаевой в любом случае уже удалось немножко подтянуться. Она уже нанесла 6 ударов, то есть эту встречу она выиграет. Но, наверное, хорошо бы для нее было бы провести еще одну хотя бы атаку результативную. Но и она, видите, в контратаке наносит удар. Да, Юлия Головина, так здорово она эту встречу начала. И вот разрыв сократился. Никак не может она нанести 35-й удар, который, после которого будет смена ставов. Посмотрите, опять горит один фонарь. И счет становится 34-31. То есть это 8-й удар уже Анастасии Басалаевой нанесла в этом бою. Обоюдной атаки никто не хочет рисковать. В следующем бою на дорожку выйдут Полина Стадничук, Александра Калмыкова. Ну вот все-таки Юлия Головина наносит завершающий в этом бою удар. И хотя она проиграла со счетом 5-8, но сборная Санкт-Петербурга по-прежнему лидирует 35-31. Она чуть ближе к бронзовым медалям, чем команда Новосибирской области. Но у Новосибирска сейчас остаются Полина Стадничук и София Позднякова. Лидеры команды, спортсмены, спортсменки, которые занимают высокие места в рейтинге. Ну, правда, если София Позднякова здесь, в этом бою действует, в этом поединке действует пока успешнее. Она Калмыкова обыграла 5-3 и 5-5 с Юлией Головиной закончила, то Полина Стадничук проиграла оба боя. 2-6 Головиной и 4-5 Дарьи Абашевой. И вот сейчас как будет с Александрой Калмыковой. Пока что первый удар наносит Полина Стадничук. Дарья Абашева проверила, все ли в порядке у нее с оборудованием. Все. Готовы? Начали. Ну а после этого поединка состоится первый финал. Первый финал сегодняшнего дня. Мужчины в личном первенстве. На дорожку выйдут тоже команда Санкт-Петербурга и сборная Москвы. Первая сборная Москвы. Ну вот и Александра Калмыкова нанесла первый удар после того двух успешных атак Полины Стадничук. Чем ближе финиш, тем больше мы видим обоюдных атак. Готовы. 36-33, напомню, 8-й бой идет до 40-го удара, ну а заключительный 9-й, соответственно, до 45-го. А что еще вчера происходило? Этап Кубка мира у мужчин в Парапире в Париже. Во Франции сборная России заняла не самое высокое 6-е место, но тем не менее позиции нашей команды достаточно хороши в олимпийском отборе, в том числе. И мы надеемся, верим и всячески желаем нашим раперистам отобраться на Олимпиаду и в командном первенстве. Наша сборная занимает сейчас 2-е место в мировом рейтинге, уступая только французам. Ну а вообще в целом первая четверка, Франция, Россия, США, Италия, достаточно сильно опережают другие команды. Так, от занимающих 5-е место команды Китая россиян отделяет 40 очков, а от занимающих 6-ю строчку японцев 98. Ну, то есть фактически наши раперисты задачу свою почти решили. И в последнем
турнире, который пройдет в Бонне в феврале. Им нужно, в общем-то, оформить только свое попадание, по большому счету. Но у нас тут борьба обостряется. Полина Стадничук сократила разрыв. В счете было до двух ударов. 35-37. Но Александра Калмыкова пытается все-таки удержать ее атаки. И сейчас счет 38-35. В пользу сборной Санкт-Петербурга. Напомню, что в финале две сборные Москвы встречаются. И это, кстати, будет заключительный вид программы. Финал по сабле среди девушек. 39-35. Александра Калмыкова сравнивает счет в своем бою с Полиной Стадничук. 4-4 и 4 удара. Но все-таки Полина Стадничук сокращает разрыв в счете. Каждый удар важен. 37-й удар Полины Стадничук. Каждый удар, который она нанесет, будет означать, что Софии Поздняковой придется догонять чуть-чуть меньше соперницу. Ну, если придется, а то ведь теоретически не исключен вариант, по которому Полина Стадничук еще может выйти вперед даже. Но тогда она может стать просто героиней этой встречи. Вот сейчас она просит посмотреть арбитра видеоповтор, потому что считается, что тактическая правота была на ее стороне. Посмотрим, что скажет судья. Да. Полина Стадничук была права. И Алексей Владимирович Фицев, заслуженный тренер России, арбитр этой встречи, присуждает ей удар. 38-39 до минимума. Разрыв чуть сократился. Но вот 40-й удар наносит Александра Калмыкова. 38-40. Проигрывают сибирячки, хотя со счетом 7-5 эту встречу Полина Стадничук выиграла. Ну и на дорожке Дарья Абашева. Бронзовая медалистка соревнований в личном первенстве. Санкт-Петербург. И София Позднякова. Вот она, представительница команды Новосибирской области. Вот смотрите, петербуржцы поддерживают Дарью Абашеву. Кстати, вчера Кирилл Ефимов из Санкт-Петербурга, выигравший золото в личном первенстве у юношей по сабле, сказал, назвал своими двумя составляющими своей победы прежде всего сверхвысокую мотивацию, а вторым фактором назвал поддержку своих товарищей по сборной. Вот Дарья Абашева атакует, но в контратаке София Позднякова безупречно наносит удар. И счет становится 40-39 в пользу петербургской команды. И вот снова равенство. 40-40. Сборная Новосибирской области завершает погоню, догоняет. И София Позднякова выводит свою команду вперед. 41-40. Впереди петербуржцы были, начиная со второго боя, когда 10-9 Анастасия Басалаева с Дарьей Абашевой как раз закончила, и Юлия Головина потом вывела вперед сборную Санкт-Петербурга. И с третьего боя по девятой петербурженки были впереди. Но вот сейчас София Позднякова вновь вывела вперед новосибирскую команду. 41-40. Готово. И Валериан Феоктистов, арбитр встречи. И снова прекрасная контратака Софии Поздняковой. 42-40. Дарья Абашева поправит оружие сейчас. И поединок продолжится. По расписанию соревнования мужчин должны начаться финальный бой. Между сборными первыми командами Санкт-Петербурга и Москвы должен начаться в 15 часов у нас. Ну, вы посматриваете, если вдруг, конечно,
организаторы решат начать встречу чуть раньше, готовы? Значит. То мы тогда, конечно, тоже начнем. И вот еще один удар наносит София Позднякова. Пятый подряд, между прочим, уже 43-40. Дарья Абашева атакует и достигает успеха на этот раз. 43-41. Что дальше? Вот София Позднякова. Снова Абашева в атаке у Софии Позднякова. До самой границы. Нет, ушла. Ну, успела нанести удар, во-первых, Дарья Абашева. Ну и София вышла за границу боя. 43-42. Казалось, при счете 43-40, что новосибирские саблистки перехватили инициативу. Но Дарья Абашева, посмотрите, какой характер у нее. Не смутила ее, нанесла три удара подряд. И снова равенство. 43-43. Кульминация бронзового поединка. Да, очень обидно, что в командном первенстве нельзя вручить две бронзовые медали. Команды достойны этого, достойны. А вот сейчас Валериан Феоктистов присуждает удар Софии Поздняковой и сборной Новосибирской области. Выходит вперед. 44-43. 44-43. Единственный удар. Остается сибирячкам до бронзы. Там Дарья Абашева атакует, но, видите, опасается. Опасается контратак Софии Поздняковой. И сравнивает счет. 44-44. Вот это бой. Вот это бронза будет. Ну, да, жаль, что нельзя вручить две бронзы. Ну, как же так? Ой, София Позднякова, Дарья Абашева. Обоюдные атаки никому. Вот Дарья Абашева опять. Да, видите, даже оружие не выдержало. Кусочек сабли отлетел. Меняет саблю Дарья Абашева. Назову составы команд. Еще раз сборная Санкт-Петербурга. Юлия Головина, Дарья Абашева, Александр Калмыкова, Анна Башта. Сборная Новосибирской области. Анастасия Басалаева, Полина Стадничук, София Позднякова и Регина Ануфриева. Ну вот, София Позднякова справа, видите, Дарья Абашева слева. Решающий удар. И София Позднякова приносит победу сборной команды Новосибирской области. 45-44. Красивейший, труднейший поединок, но он завершается в пользу сборной Новосибирской области. Бронзовые медали завоевали София Позднякова, Анастасия Басалаева, Полина Стадничук и Регина Ануфриева. Ну и петербурженки просто молодцы. Юлия Головина, Дарья Абашева, Александр Калмыков и Анна Башта, которая немного травмирована и не участвовала в этой встрече. Ну, они четвертые. Что поделать? Это спорт. Ну, мы тем временем прерываем нашу трансляцию, но не уходим совсем из нее. Напомню, что вы еще увидите финал в соревнованиях мужчин, а потом финал и у девушек. Точнее, у юношей, скажем так. Все-таки это первенство среди юниоров. То есть финал у юношей и финал у девушек. Так что не прощаюсь я, а только беру небольшую паузу. Судья,